Татьяна, вот это вот, ну, то, что сейчас рассказывает Эдуард, не могу сказать, что напоминает мне, потому что не жил в Советском Союзе. Но, насколько я понимаю, вот как раз тогда была такая практика, когда в Советском Союзе как бы не было инвалидов, потому что их никто не видел, о них никто не говорил. В Советском Союзе как бы не было СПИДа, потому что как бы о нем никто не говорил. И вот этой проблемы как бы не существовало. Она вот в такой вакуумной упаковке была. Это, получается, сейчас, в общем, происходит примерно то же самое, если за нее никто не хочет отвечать.